Всем привет! Корковая пробка – это отличный материал для множества разных рыболовных самоделок и приманок. Хоть то мандула на судака или сигнализатор поклевки для донки, который делал еще 2 года назад и служит до сих пор. Или зимняя удочка, воблера, поплавки и еще множество различных полезных самоделок. Сегодня сделаем зимнюю супер полезную самоделку для рыбалки. Итак, понадобится корковая пробка, 2 штуки. Электрод, 3, нержавейка, 1 штука. Оббиваем с электрода флюс. Остатки снимаем наждачной бумагой. 1 конец электрода заострим. А 2 немного расклепаем. В пробке сверлим отверстие 3 мм. Замешаем 5-минутную эпоксидную смолу. Зубочисткой наполняем отверстие пробки эпоксидной смолой. Также промажем электрод в месте, где расплескали, и одеваем пробки. Отверстие присыпаем стружкой. Придаем форму ручки. Финальная доводка наждачной бумагой зернистостью 400. Заостренный край электрода сгибаем. Сгибается он с приличным усилием. Нержавейка ведь. Сделаем защиту. Берем ниппельную резинку или другую любую трубочку, одеваем на наш крюк. Протыкаем. Отводим вдоль по прутку. Отмечаем и отрезаем. У нас получился вот такой простой и надежный багорик для зимней рыбалки. Он никогда не поржавеет и не утонет. И в руку будет тепло, когда будем выуживать трофейную щуку или карпа с лунки. Ссылки на остальные видео по изготовлению самоделок из пробки оставлю в описании. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если так, оцените его лайком, подпиской. Спасибо за просмотр. Всем пока.